Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области продолжают разыскивать осужденных, которые самовольно ушли из-под надзора с участка колонии-поселения исправительного учреждения номер 8. Выявила их отсутствие плановая проверка еще в середине июля 2021 года. Горлов Александр Сергеевич осужден за преступление против собственности и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. Козлов Виталий Владимирович осужден за преступление против собственности. С 12 июля 2021 года сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области проведен полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Однако до настоящего времени установить местонахождение осужденных не удалось. В связи с этим Федеральная служба исполнения наказаний просит граждан быть бдительными и при получении информации о нахождении разыскиваемых лиц сообщить об этом в Главное управление ведомства по Новосибирской области. И сделать это можно не бескорыстно. За помощь в розыске осужденных объявлено денежное вознаграждение. Сумма вознаграждения – 50 тысяч рублей за информацию, которая будет способствовать задержанию разыскиваемых осужденных. Анонимность гарантируем. Номера телефонов, по которым можно сообщить информацию о нахождении разыскиваемых осужденных, вы видите на своем экране.